Алексей Апухтин «К человеческой мысли», читает Павел Беседин. «Во тьме исчезнувших веков, в борьбе с безжалостной природой, ты родилась под звук оков и в мир повеяла свободой, ты людям счастье в дар несла». Забвенье раб своей печали, богини светлого чела, в тебе безумцы не признали, ты им внушала только страх, твои советы их томили, тебя сжигали на кострах, тебя на плаху волочили, но голос твой звучал, как медь из мрака тюрьм, из груды пепла ты не хотела умереть. Ты в истязаниях окрепла, прошли века, устав в борьбе, тебя кляня и ненавидя, враги воздвигли храм тебе, твое могущество увидя, страдал ли человек с тех пор, или кровь лилась по-пустому, тебе все ставили в укор, хоть ты учила их другому, ты дожила до наших дней». Но так ли надо жить богине в когтях невежд и палачей? Ты изнываешь и до ныне, твои неверные жрецы тебя бесчестят всенародно, со злом бессильные бойцы друг с другом борются бесплодно. Останови же их, пора им протянуть друг другу руки во имя чести и добра, во имя света и науки. Но все напрасно, голос твой уже не слышен в общем гамме, и гул от брани площадной один звучит в пустынном храме, и так же тупо, как и встарь, отжившим вторя поколением, на твой поруганный алтарь глядит толпа с недоумением, глядит толпа с недоумением.